поднимаюсь, я надеюсь, еще кто-то к нам поднимется. Я хотела поблагодарить вас за сегодняшний вечер, поблагодарить тех ребят, которые нам помогали все это готовить, Деду Морозу, Рустаму, Айзеру, Голосу за кадром, всем главам диаспоры и диаспор за то, что нас всегда поддерживаете. И хотела выразить огромную благодарность за работу с вами, потому что сегодня мое последнее мероприятие, которое я провожу «Дитя Гор» в Томске. И хотела вам представить нового руководителя «Дети Гор» в Томске. Я остаюсь всероссийским президентом «Дети Гор». Вот Микки у нас будет дальше продолжать работу с вами. Спасибо за нереальное время, которое я провела, полтора года. Я надеюсь, что в этом же русле ничего не распадется, потому что «Дети Гор» зажгли, жгут и будут жечь. Давай, Микки, говори. Очень рады. Как Мадонна сказала, она уезжает, но это не значит, что «Дети Гор» распадется. Наоборот, мы будем работать усиленнее, потому что уже почти два года, как «Дети Гор» существуют. За это время немало труда вложили все участники «Дети Гор». Я думаю, немало жителей города Томска, да и не только Томска, уже изменили свое мнение как о кавказцах в общем. Потому что мы показываем, что тот стереотип, который у них есть, это неправильно, не тот, что мы совсем другие. Поэтому, но все, что мы делаем, мы бы не смогли сделать без поддержки тех наших старших председателей диаспор, представителей президента Ингушетии у нас, которые сегодня присутствуют, очень нас поддерживают. Вот председатель Союза Дагестана здесь, сейчас он скажет. Ассаламу алейкум, Кавказ, добрый вечер, Томск. Я извиняюсь, голос немножко этот. Хотел поздравить вас искренне с наступившим новым 2013 годом. Здоровья всем. Всем желаю, чтобы всегда вот так красиво, таким настроением пришли на мероприятие, которое проводят «Дети Гор». Благодаря этих «Детей Гор», которые ныне сегодня присутствуют в городе Томске, весь мир знает о существовании Кавказской молодежной организации, о кавказской молодежи. Пока мы, представители дагестанских народов, в городе Томске, мы всегда будем поддерживать «Дети Гор». Мы от имени нашего союза, от имени нашего джамаата, мы желаем Мадонне удачи, желаем ей благополучия, здоровья, чтобы она и в Москве, и также, как и в Томске, также ее аплодировали, встречали ее. Также хотелось бы огромное спасибо ей говорить за то, что она сделала ради кавказской молодежи. Также хотелось бы Михаилу пожелать, чтобы он также продолжил. Я 100% уверен в этом, потому что уже не один год я с ним работаю. Надеемся, что совместный Союз народа Дагестана всегда за «Дети Гор», за кавказскую молодежь. Мы всегда за вас. Еще раз наступившим вас. Руководителю горского танца, ансамбль горского танца Руслана Ахмадова. Очень хотели бы. Дай Бог, который всегда нас поддерживает, наш любимый ансамбль всех, наверное, кавказцев, независимо от национальности. Можно, Руслан?